Приветствую на канале. Вот такие вот круги находятся в пустыне Саудовской Аравии. Она практически полностью расположена в пустыне. Климат здесь засушливый. Днем температура до плюс 56 градусов, а ночью, возможно, даже заморозки и может даже опуститься до минус 12. Понятно, что заниматься сельским хозяйством при таких колебаниях довольно-таки тяжело. Тем не менее, как видите, вот такие вот круглые поля расположены в стране, и на них выращивают овощи. Почему это возможно вообще? Как это произошло? Дело в том, что, ну, понятно, что для выращивания нужна вода. Так вот, в середине этих полей используется специальная подземная скважина. На большой глубине находится вода, которая под напором сама поднимается на поверхность, и далее идет по кругу орошение вот этого круглого поля. И для того, чтобы двигалась эта труба по кругу, даже не используется электричество, то есть она двигается за счет давления. Вот такое продуманное правительство в Саудовской Аравии. Но проблема еще в том, что вот этой воды в скважинах хватит на 50 лет. Но они даже вот сейчас думают о будущем и разрабатывают новую систему, которая бы позволила все-таки заниматься сельским хозяйством. Там, то есть хочется сказать, что власти даже вот сейчас думают на 50 лет вперед о том, чтобы были овощи, фрукты у них в стране.